Привитус, амигос, решили мы сегодня с корешем, значит, с левиафанами в кроссауте пободаться. Сразу говорю, мата много, негатива много. Если вы безумный фанат кроссаута, лучше вам это видео выключить прямо сейчас. Или не говорите, что я вас не предупреждал. Ну, а если все-таки вам интересно, тогда смотрим. Имей в виду, у меня фиолетовый дробовик на кону. Если с него одна прочность слетает, его все, можно только, блин, на запчасти разбирать. Мне похуй на твой дробовик, у меня полгаража фиолетового разъебанных. У меня он пламя, блядь, гнилое лежит. Не, у меня синих пушек перебитых куча, я разные пробовал. Бля, вот они что, смотри, дневная награда 150 штук купонов, но за победу над левиафанов нам всего 5 дали. Вот заметь, во всех остальных режимах мне дали 6. Во всех остальных режимах ровно половину дневную награду дают. Да, ровно половину. А здесь мне дали, как, блядь, как послали меня нахуй просто, я не знаю. 3 левиафана я бодал, я крафтил, блядь, вот этот ремкомплект. 3 левиафана бодал, я одного завалил даже, блядь. Я бился, бля, как, сука, как директор Спарты, как царь, блядь. Мочил там нахуй, сражался там, да. И чё мне дали, блядь, 20 меди, 6 билетов на трамвай, блядь. Вокруг, ну, вот города. Я тебе говорю, блядь. Так, получить. Все, ты ремкомплект из крафтить не забыл? Я тебе говорю, у меня их 20 штук уже, я ебал нахуй. Вот эти евреи зажиточные, а. Все, давай, вторжение понесло. Сейчас опять нас будет трое, половину боя, а потом четвертого кинет какого-нибудь халявщика. А сейчас двое будет после того, что было в том бою, остальные двое уже не придут, это точно. Но второй раз эти они не поведутся. Подлив, слышишь, кинут, когда там вышки 1% останется, 10 секунд до поражения. Двоих закинет с этими, блядь, желтыми пухами. Тут, походу, уже все в курсе про этот лохотрон, поэтому тут очередь 27 секунд. Не, смотри, ремки скрафтить 40 меди надо, блядь. Тратишь ремок 2-3 минимум, ёпте, дают 10 меди 20. Заебись, выгодно. Ну, ты посмотри, какой у нас третий чувак-убийца просто, великанов. Да нахуй. Ебать, как его сокрушитель пустить? Просто, 2500. Не, ну у него пушка башенная стоит, хочу заметить. Не то, что мои пилы. Моими пилами, как я не знаю. От твоих пил, блядь, больше толку будет. Да. Грызешься левиафану в бочину, нахуй. У него все там моими... желание отпадет. Этими пилами только ласкать можно, по-моему. Там не добраться через толстокожего левиафана, да самой его мякоти, куда и надо его. На тебе. Сори, не туда нажал, пишет, посмотри, говнюк какой. Вон, стальной тиран приехал, ебать. Ёп, я его вижу, он нахуй с двумя пушками, я да. Ебал. Ну это залог победы, больше пушек на него так, настоять. Так, они выебали мою турель. Толпой. Так, а, у него и сзади еще 3 пушки. У него, сука, 3 пушки мамонта, я ебал того. Гусеницы ему отбивай, педик, пусть пешком ходит. Самый прикол, что меня, блядь, сбил с тарана рейдер ебаный, который тут ездит еще до кучи. Ну что, говорю, пушки, пушки ему отбивай, пусть пешком ходит. Я гусеницы ему отпилил. А, о, слушай, нам четвертого закинули, жертву. Аборта, блядь. Блядь, у башни уже 85. Вернулся в бой. Он ее ебет. Эй, поц, я тут. Смотри на меня, нахуй. Я ему очень быстро отпилил гусеницы, кстати, но... Все, ракетницу затулил, сейчас она ему... У меня столько колеса, машина вообще по прямой не едет. Блядь, этот, который не туда нажал, он еще и не там паркуется. Да он прям у левиафана стал, я ему леща дал взамен того, чтоб ему. Вон у него кабина обнажилась уже. Бля, убей, пожалуйста, этого, нахуй. Который там башню нашу ебет. Кто? А, еду. Это дурда мелкий, сука. Бля, ну нахрен тут рейдеры, тут хватает левиафана за глаза, по-моему. Тем более, если нас трое. Здесь игра вообще не просчитывает, знаешь, если вас трое в бой зашло, или вдвое, блядь, похуй. Рейдеров будет столько же, сколько и планировалось. Все, завалили одного еле-еле, второй, где? Да, я почти сам мертвый уже, блядь, второй раз. Я 3 уже раза умер смертью храбрых, пока пытался его распилить. Да нет, ты смертью рака умер, блядь, как можно 3 раза умереть? Смертью рака. О, блядь, я познакомился, смотри кто, блядь, старый друг. Ломай его нахуй полностью. Кто там? Знаешь, мне левиафан напоминает, помнишь видос? Ломай меня полностью, да. Блядь. Опять он, что ли? Да. А чё, он все 3 катки будет сегодня? Да, дай бог, я ему сейчас гусеницы Петику отпилю. Да, гусеницы его слабое место. Вот и надо ему их нахуй сломать. Полочку, на которой пушка держится, надо сломать. Полка есть? Да, на полке стоит. Задняя вот эта. Вон она отвалилась. Блять, вот эти конструктора разбирать, конечно, интересно.
Это как снеговика детского ломать, блядь. Кто-то строил, а ты разъябываешь, ходишь. Говори. Слушай, ну мы вышку хорошо сохранили. 81% на третьего Левиафана хватит. Левиафан-то у них там какой-то. А где этот? Убили уже? Да, должны были сжечь. Нет, еще нет защиты, значит еще живой где-то. А время-то, блядь, идет? Где он? А почему наш четвертый стоит? Посмотри, он ничего даже не ездит. Вот. А он зашел просто бабла заработать. Вот он этот, блядь, Лёшка. А бензина ему не жалко? Ебать, девушки нахуй, то пушки все на месте. Полторы минуты. Да я уже ебу его по полной, только он мне с мамонтов как сжучит, как не знаю кого. Я там, до кабины не знаю, могу моя добраться. Что-нибудь доделала, нет? Вообще не понимаю. Да все, минута времени успели. Все, сдох, аллилуйя, блядь. А, время обновили. Смотри. Не, время всегда обновляют. Башню, сука, не обновляют. Три минуты на мамонта дают. Вон, опять он, блядь, пиздец. Так это же заебись. Я разных хотел посмотреть. Кружи его. Рейдеры, ублюдки, блядь, мешают. У него мамонт медленно крутится. Кружи этого мудака. Бля, мне пилы сбили. Полочку блядь. Сзади сейчас. Не нахуй полтанка уже моего ебаного сбили. Сейчас я деинсталляцию проведу. Ты говоришь, дробовик фиолетовый говно. Вот. Эти педики мелкие приехали. Все. Не, ну прикольно, конечно, разбивать большие херовины. Невыгодно, но интересно. Наверное, не подумали, а что делать выгодно, если интересно? И так будут играть. Все, я ему все пушки. А, нет, одна осталась. Все. А сзади у него что это за ящик? Это все, у него не боеприпасы или часом лежат? А если огромный такой, то да, это боеприпасы. А что он не взрывается тогда? Если он взорвется, у него полторашка улетит. Ну что, добьете его, я тогда ремку не буду тратить. Не трать, я сейчас турель воткнул, да так. У него оставился там... А, это 20-миллиметровки у него стоят. Охуеть. Да! Понавешивает на ебаном мамонта. На тебе в кабину, уёбан. Да это походу... Кабина, блядь, от КамАЗа нахуй или от Урала? От КамАЗа. Ну жизни как это от как Урала. Две секунды, а его уже третью плюху принимает. Да, есть такое дело. Ты смотри. Да убери ты нахуй свою пушку. Минута. Ну куда ты в стенку-то? Давай, турель, блядь, в башню выйди. А, я в него попал. Быстро твою турель, скажу тебе, деинсталлировали. Ну потому что все на нее агрятся. Что, я один остался, да? 5. Двое вас. Бля, я возражаю, да, минуту времени. Наконец-таки он загорелся, ебаный насрать. Я возродился, короче, я что-то не выдержал напряжение, минута времени. Давай, запили этого дебила, блядь. Я не буду теперь возрождаться. Да, нет, да, без... да, времени. 10 ремок хватит еще. Что скрафчу? Скучно. Блядь, заебись, возбудился. Просчитали. 24 и 6. 21 медь, блядь, 5 билетов. 4 ремкомплекта, блядь. Я такой ощущение, как будто они, блядь, столы сняли, на лицо насрали, знаешь. Радуйся, говорят, блядь, ты убил Левиафана. Вообще пиздата. Ой, блядь, я вышел, кинешь приглоз, да, блядь. Сейчас. Я раньше тебя вышел. Сейчас. Ой, ёбки, а ну что ж вы такие жопошники-то, а? Сделали режим. 40 ремок с собой, блядь, это нищий. Я вообще не понимаю, что должно меня, блядь, побудить биться с левиафанами, кроме того, что это прикольно, но пиздец как убыточно, блядь. Не знаю. Так, подожди, дай-ка я скрафчу фиолетовый контейнер, у меня же тут билеты вроде есть. Фиолетовый или синий? Ну синий. С фиолетовых тут и нету, по-моему. И тебе хватило билетов на трамвайный контейнер? Да. Я уже второй крафчу. А это... Прокат станка снимает, да? Единичку. Mm-hmm. А, понятно. Хуй, и сейчас тебе какую-нибудь фару дадут, нахуй, такую за 20 рублей, блядь. Да нет, мне не посмеют, ты что? Блядь, мне 6 фар дали, все. Я, знаешь, влиятельный человек, между прочим. Могу и два состава, блядь, говна подвести. Давай фиолетовую, сука, не жмись. Сейчас тебе, блядь. О! Колесо двойное, блядь. Ну хоть не краска. С другой стороны, хоть не краска. А поворотная или обычная? Обычная, конечно, ты что? Поворотная они и не ложили туда, я думаю. 200 стоит на рынке. А билеты продать, если бы ты продал, ты бы их продал где-то за 450. Ну тут же азарт, понимаешь. В казино ходят не выигрывать, я тебе хочу сказать. Да, ебаный Лас-Вегас, поехали. Продать за 214. Нет, не за 2000. За 200 продавай, за 214 не продашь. Иди ты в жопу, ты сам как крохобор там, блядь, на копейки скидки делаешь. Куда? Я уже вон двигло продаю. Всё, по 300. Отстань от меня.
Так, все, в бой. Где следующий левиафан? Сука, 10. Это сколько ж надо в день левиафанов убить, чтобы 150 билетов вытащить? Ой, блядь, я не знаю. И самое главное, у них стоит, блядь, от 3000 они туда пускают деградоидов. Или от 2000. От двух. А что там делать? Что там с двумя делать? Левиафан тебя просто сносит. Я вон, блядь, 6000 с левиафаном, блядь, дольше 10 секунд не выживаю. Да, это, блядь, немножко нелепая борода. Ты меня еще видел, у меня спереди тройной слой швеллеров, блядь, два ковша нахрен, я не знаю, там только резиновую зину еще натянуть осталось. А я только сзади могу подкрасться. Спереди он просто меня выстрелами относит, мой движок не может против пули ничего. Я даже не могу подъехать. Блядь, я танкую, видел, чем, блядь, всем, что есть спереди. Я танкую локтями, да. Смотри, опять 2600. Опять 2600. Ты где кнопку эту нашел в после? Ну, в первый раз я зашел посмотреть, когда у меня 2000 было. Они ж пускают от 2000, я думал, ну, наверное, заебись будет. Сейчас левиафанчик какой-нибудь. Я так левиафану пошел, у меня уже было 3,5, и то меня съебали так, как я, блядь, ну, не так, знаю. Я думал, сейчас будет карликовый левиафан какой-нибудь. Я думал, что тут меня, тоже, блядь, баланс. Меня, мама так в детстве не пиздила нахуй ремнем, как левиафан. Смотри, вышка-то, блядь, 86 уже, что за говно? А, нас закинул, уже бой полдня идет. И вот он, этот полус, это левиафан. Ха-ха. Я таких в рандоме в КВП вижу. Дай-ка его притараню тоже. Сука, не охуевал. На тебе, уёбок, минус половину пушек с борту. Блять, как трудно ездить без гусениц. Ну я, блять. Что этот что-то какой-то слабый. Блять. Сука, он увернулся от моего снаряда. Он верткий, значит. Уёбки он, блядь. На, нахуй есть. Ну, за таких левиафанов, да. За таких можно давать 6 меди, я согласен. Но должен же какой-то расчет быть по мощности, если я мощного левиафана... Надо свое лицо показать срочно, иначе они вышку разберут. Вот. У неё же 76%. Джерри Комс тоже какой-то, слышишь? Нахуй. Он сзади вообще ничего не может. У него назад только одна пушка стреляет. Передний приводный, да? Да. Наш пацан, да. Где он? Вон. За этим. Это моя вышка, что ли, там еблет кого-то. Давай ему с рожи нахуй сниму половину пулеметов. Что-то, по-моему, мы в этот раз левиафанов пиздим. Посмотри, сколько у него все пушки вперед смотрят. Мне кажется, он от нас съебывает. Я его сейчас отдрюкну, походу, его. Смотри, блядь, как облепили лемминги, ебаные. Да, это самый отстойный левиафан. Вообще ничего не сделал этот левиафан, блядь. Сука, неудачник какой-то скрафтил. Сейчас приедет последний, всех нас выбит, пушку, башню сломает. Нет, там расчет был, что его левиафан просто по вышке залп даст, блядь, и пизда вышки произведет, там столько пушек. Наверное. ДК. Да нет, просто расчет на эти. О, слышишь, вот это что-то серьезное. Нормально приехал. Пришел, чувак? Да, блядь. Авторитетный? Да, я съебываю нахуй отсюда. Поеду, сдохну. Не, у него что-то пулеметы какие-то одни. На, нахуй, половина пулеметов, до свидания. Че, серьезно? Ну, блядь, у меня, если залп в упор даю по пулеметам, пулеметы не выдерживают. Опять газель какая-то, сука. И пушки вот эти, которые сзади у него стоят, я тоже их могу отбивать. Ну он во все стороны поливает, по-моему. Да отложишь ты личинку, ёбаный, насрал. Чё-то я не пойму, то ли левиафаны такие ебучие в этот раз на полу. Вау, сука. Все, у меня остался один снаряд, и мне надо сдохнуть будет. Ну давай, добирай его. Чё там, 2 минуты убьете, надеюсь. Самоликвидируйся, что ты ждешь. Да, естественно. Ну как, что, снаряд отдал и жду. Слушай, а надо было дать его просто добить этим челиком, они его и сами нормально пили. Не надо, нет, блядь. Нет, не пилит. Натуре. Блять, игра свернулась. А то билет на трамвай не додадут, блядь, до дома не доеду, ебаный насрал. Так, кого я смотрю, а вот. Бля, у меня что? Раздеваешь левиафана, смотришь, что там вначале было. Да. Такая огромная херня, там внутри такая кабинка, блядь. Как уличный туалет, блядь. Да вот. Они что-то кабин мало вообще сделали. Не могли там, я не знаю, кабину тепловоза, я хуй его знает. Так я хер его знает. Они вот за год ни одной кабины не ввели. Новой, по-моему. Я все эти, блядь, кабины видел. Кроме, может быть, самолетной разве что. О, сука, я что ли спиздил его? 4 фрага.
21,5. Мне, вот ты не поверишь, мне в этот раз дали опять 24 меди, блядь, и 6 билетов. Ну, тебе больше, чем мне дают. 21,5. Ой, блядь. 21,5. Видно тех, кто, блядь, тыловики. Даже, блядь, и неинтересно, и невыгодно, блядь. Давай, поехали. Это туда на собственном Левиафане ехать, я не пойму. Слушай, а можно реально на Левиафане туда выехать? Нет. На Левиафан только сам. Я бы, блядь, выехал, показал бы трём Левиафанам, как надо крафтить. О, смотри-ка. Сразу четверо. Если на Левиафана можно будет ставить ракетные турели бесконечные, нахуй ему полностью днище этими ракетными турелями в этот выложу. Ну, у тебя они должны быть в гараже, как я понимаю, все эти турели. Да, они стоят, блядь, по штуке. Ну, купи. Покупаешь их 10 штук, блядь, 10 залпов, нахуй, ракетными, 50... Выстрел, считай, не будут делать. А если дронами облепить Левиафана? Это вообще пиздец. Ну, дронов хоть сбить могут. А что это у нас, смотри, у танка сзади там торчит, у Азазакера у этого? Какую штырь какой-то. Это геморрой, наверное. Он насажен на палочку. О, Педик приехал пушечный. Сейчас он меня разберет, если я пушки не отстрелю. На тебе по карусели твоей. Блядь, ничего он меня пулеметами двигает? Как так-то, блядь? Я даже нахуй его не пильнул ни разу, блядь. Блядь, у него столько пулеметов, что это просто пиздец. Да-да-да. Говно. И самое главное, смотри, дамага по 200 наношу максимум. О, блядь, все, сдуло ему нахуй пулеметы спереди. Ты видел? Что-то он... урон от прямого попадания. Что-то он ускоряется, блядь, по мере деинсталляции. Потому что он уже, блядь, ничего не весит. Облегчили его. Тюнинг, блядь. Левиафан на прокачку, ёбаный. Ну, приложение доинсталировано. Не, ну слушай, с такими левиафанами, да, награда все понятно тут. Но, блядь, ремки тратится все-таки. Да с какими такими? Он меня разобрал почти. Конечно, блядь, он по мне стрелял, блядь, а вам там ха-ха-ха было. Не, ну 75 билетов ты хочешь, чтобы тебе за раз дали за такие бои, слишком халявно было. Да я ремок трачу, блядь, на бой. Вон, смотри, что этот делает. Ты смотри, ему уже всю жопу сгрыз его просто, бля, пилами. Пиздец. Что-то пацана перевесило. Ломай его, ломай, блядь. Да я его, ну, пилю, сейчас на цветмет понесу, сдам ему. Левиафана примите, блядь. Такая хуерыга. Слушай, башня почти целая. Вот ты ебаный электросварщик, нахуй. Китайский норматив выполнил. Да. Разобрать танк, нахуй, за 10. Тут пилы только для ПВЕ нужны, по-моему. Орео. Бам. Сейчас. Этому пол жопы отнес уже. Блять, у меня колеса что-то нету. О, заебись. Драгон. Турелька ему там, блядь, сносит. Я подмогаю. О, ну это серьезный, кстати, чувачок у него. Смотри, как забронировано все там. Да похуй, у него интересно. Уже половины нету. У него пушек мало, брони много. Блять, меня нихуя он меня снес. Вообще, блядь, мимоходом просто класснул. Я не понимаю, где у него жопа, где у него перед. Как такое, блядь, сейчас скрафтить можно? Где у него жопа, где у него перед? Да. Блять, он меня моментально нахуй перед убивает. Желтая, сзади коричневая, смотри по цвету. Это понятная инструкция. У него дробовики, а ты вплотную подъезжаешь. Конечно, а как он мне тебя убивает? Убедить? Говно, блять, ебаное. Надейся, блять, на меня, это твоя последняя надежда. Нет, у меня блять, меня он... просто относит нахуй. Он мою турельку убил, короче, он к ней просто подъехал, один выстрел, ее нет. Ага. Говоришь... кто в меня въебал? А ты говоришь, дробовики говно, да я так понимаю, что он. Слушай, а время-то идет. Да успеем. Главное, чтобы он вышку не сломал. У меня, по-моему, даже ремка уже последняя. Отстреливаем ему пушки в пизду. Пошел он нахуй. Снизу? Все. Все, одна осталась. Все, у меня нету больше возрождений. А все, норм. А, сзади. А, у него еще и большие пушки стоят. И у вас минута времени, господа. Вот это сильный, блядь. Пиздюк. Вот эти большие пушки. А. Вот эти, которые на тебя смотрят. Да похуй. Блять, уж надо промазать так, а. Минута. Да успею. Ну если не успею, значит не судьба. А хули я могу тебе сделать? Пошел нахуй. И кабина, смотри, между движками стоит. Все, это хуйня дот, она больше не ездит.
Ага. У вас 40 секунд, чтобы этот дот разломать. Сейчас, я вот тут такую хуйню поставлю, она его разберет. Я личинку отложил, сейчас она все сделает. Уничтожить или помочь? Уничтожить 10 левиафанов. Разблокировано. 21.5 опять. 24.6 опять. И 935 опыта стандартно. Есть, я вот распилил левиафана, и мне вот за это даже бонус. Все, пойдем крафтить эти ебаные, блять. Дожди. Кого? Ремки у меня все, у меня кажется, тоже больше нету. А, не, у меня на складе 8 штук. Эти левиафаны были не очень, у меня норм. Это долбанный, сука, крафт у херный. У меня на последнего левиафана бензин остался и настроение, блять, больше у меня не встанет. Я ебал нахуй, я трачу на этого левиафана больше, чем зарабатываю. Да, я что-то не понимаю прикола, кроме прикола. Ну, интересно их поубивать, но извините, блять. Если под хорошим настроением в эту херню играть, у тебя на фантазия разыграется, может весело будет, а так я что-то не втыкаю. Да. Что-то немножко неправильно тут все сделано. Хотя бы опыта, блядь, давали. Что это такое 925 опыта? Да ебаный стос. Я вот эти вышки... Едешь, блядь, защищать, так и то 1100-1200. Мне просто казалось, что я фармить в этой игре должен, прокачиваться, но я от этого режима только теряю сижу. Я вообще ни хрена не в плюсе ни в каком. То, что я под конец дня надрачу что-то себе... Что-то я ни одного синего контейнера не видел еще. Да, если я надрачу на контейнер билетами только лишь, потому что мне в награду его, походу, не дадут никогда, и там выпадет какая-нибудь фара, блядь, декоративная, я буду просто счастлив. Просто невероятно счастлив. Я понимаю, что эта игра закрытый бета-тест, но такую элементарщину, как награда за самый сложный режим, блядь, можно было и да, продумать. Хотя бы циферки бы зашли, переписали да, бы уже хоть какие-то. Хотя бы, блядь, знаю, металлолом в награду давать, как хоть что-нибудь-то мотивировать, хоть как-то играть в этот режим. Текстовый документ, что ли, поправить не могут. А потом блядь. В чате люди сидят и говорят, о чем они Левиафан в бои не ездит? Блядь, а кто в них играет, если награда такая говенная? Никто с своим Левиафаном просто в бой не хочет идти. О, ебать! Левиафан просто... Ля, бро, по сравнению с тобой, я Левиафан. Нищебро стайл. Реально, по сравнению с ним, я Левиафан. Да. Блядь, обгрызли мыши этот Левиафан. У меня и ХП больше, блядь, и вооружение посерьезнее. О, сука, блядь, развернулся, въебал мне все-таки. У него пушки даже синие, 76-мм стоят. Этот Левиафан как будто с Колчаковского фронта только что приехал. Сука, я не знаю. 39-го года сборки, no, начала войны. Царь танк разобрали, Левиафана этого собрали, блядь. Вон она едет, хуйня. Вот это вот стерва, блядь, сейчас пизды даст просраться. Посмотри, что делает. Ёбаный, личинка! Блядь. А? Работай! Я помню этого чувака, по-моему. Это самый это первый Левиафан. Но это популярная конструкция Левиафана, они все как один, сука, это говнопулемёты. Сломай, пожалуйста, мелких, а я ему постараюсь пулеметы снять. Я ему вон уже и снял, что-то там. Ну конечно, я въебал посреди пулемета в зал с пушки со своей. Личинка, работай. Блять, я подержу. Вот эти вооружения, самонаводка, турелька. Я с личинкой скинулся по нему, у него пушки все отлетели. Да они потому что у него на конструкциях. Чепуха. Да ебаный, отвались, да. На нахуй. Все, пили нахуй его на металлолом. По 162 отпиливаю. Я самоликвидация, блядь, и в бой. Два левиафана за одну жизнь прошли как-то этот. Дешево. Мы с тобой да. Первых валили, я 5 ремок потратил, на вторых. Да, блядь. Да. Все, приловчились. О, холодок приехал, вот он, с пушками, сука. Ёбаная турель, что ж ты, блядь, меня чуть-чуть ебало. О, ну вот это пизда, ты приехал, сука. Даже не подъехать к нему с пилой. Где он? Слева. Сейчас я убью. Мелочь. Тут двое, короче, которые с нами катаются, вообще только мелочь трогают. Им левиафаны, блядь, пизда вышли. Да. Нет, я на себя, сагрил. Он выстрелил все-таки по ней. Потому что никого не было, эти двое уехали за бот. Да, уёбки, потому что двое эти, блядь. Все, у меня ни бензина, ни настроения. Хочешь еще? Ходят, блядь, которые вот эти, сука, ботов поотстреливать, такие, блядь. Ты что, говорит, будешь еще или нет? Да, подожди, у меня последний бензин остался, по-моему. А, нет, подожди, нет, у меня больше бензина, у меня 25. У меня тоже нет. И не я продают. Ебал. Я уже в минус 500 золота сыграл на эти ремки, ебаные, чтобы крафтить их. А где бензин? Я же ставил покупаться. А, я даже купил его. Подожди, я ж купил. Заправиться осталось? Нет, у меня просто нету этого бензина. Я
по 7. У тебя, наверное, сорт стоит на складе отсортировано. Нет. А, я заправился, наверное, и просрался сейчас. Ну давай последний разик, я вот последний бензин куплю сейчас. Ну сейчас, я тогда подожди секундочку. Блять. Я выйду из воды, чтобы 40 заправить ровно. Да, да, да. Я ебал, нахуй, сам понимаешь. Как пионер. Всегда в очко. Все, он коньяк на столе стоит, все заправлено, все хорошо. Короче, 20 билетов я выформил за все вот это время, что и при этом я втопил ремок примерно уже штук 8, наверное, или 7. У меня 20 было, 8 осталось. Ну да. Ну то есть. А по поводу билетов я, блядь, нафармил 24. Я круче тебя на 4 билета. Сегодня я на трамвае домой. Грубо говоря, получается, если посчитать расход бензина плюс расход на респы, я потратил уже где-то, ну, больше 100 золота точно. Ну, я вот просто по ремкам посчитал, у меня уже где-то 500 голду ушло тупо на ремки на 12 штук. Ну, если штук. Ты я по цене продажи их считаешь, а по цене крафта... Нет, я по цене этот, по цене лома посчитал. Я даже медь не учитывал. По цене лома... по цене лома, подожди, 120... Ну, а ты, блядь, на ремки тратишь 150 лома на 5 штук. Да. 300 ремок, если я потрачу, получается... Ой, ну... Я 600 лома, 300 лома на крафт двух комплектов ремок, это уже получается сколько? 200 золота минимум. Считаешь 600 лома, чтобы 20 ремок скрафтить? Без нахер бензин. Он мне такое счастье нужен? Ну, короче, да, получается где-то 300 золота оставлю здесь. За, сука, 20 билетов, блядь, и меди там килограмм, блядь. Может, я предлагаю ездить по помойкам, разбирать холодильники, блядь, нахуй эти левиафаны нужны. Не говори. На медь, блядь. Может, батарею какую на черномет заценим? Ну, где левиафан-то, блядь? Нету! Спугался, не вышел! А время-то что идет? А вот давай, он поищем. Стоит. Ты охуеешь, короче, он без такой... колес, он без колес, блядь, левиафан. А, БПУ? Все, я ему сейчас личинку отложу, она его разнесет. Ну, блядь, я не смог подъехать, он мне сразу взъебнул. Блядь, вот пилы, пиздец, такое беспонтовое оружие. Почему я, блядь, должен так изъебываться, чтобы наносить 160 урона, если, блядь, пари ракета уёбок, ебаная? Личинку. Просто вообще несправедливо, ага. Нахуй, дамаг распределен. Нахуй эти пилы нужны, блядь. Чё, это апач тут лежит, что ли? Он мою личинку сломал. Ой, я дрифтую вообще. Блядь, этот пулемет ебливый, мне все отстегнул просто с машины. Ты у меня, посмотри, как машину подкидывает. Ну где наш, блядь, помощник третий этот, сука, заебанец, нахуй? Хули он тут ездит, блядь? Хуй его знает. Мне кажется, этот левиафан нас вздернет, блядь. Натуре, блядь. Потому что он, сука, по времени тупо нас побеждает. Да, я думаю, что этот чел, блядь, продумал эту хуйню. Да, то, что время выйдет, а левиафан победит. Да. Пиздатый режим, да? Сука, лучшие тактики, блядь. Не, ну моя личинка хорошо его пиздила, но он ее убил быстро. Все, пиздаем, блядь. Вот если наш помощник не будет так его таранить. Вот я поставлю турель возле помощника, и она его убьет. Нашего? Да. У меня турель такая, она стреляет сквозь свои. Не, она не наносит по своим же. Ага, сейчас, блядь. Она мне жопу половину сносила. Сквозь меня, когда хуярила. Я с ней пока привык играть, заебался. Вон еще один. Тоже лежачий, блядь? Нет. Полицейский. Блядь, ёбаный наш этот, блядь, лаки, сука, пидорас и кусок, блядь. Ой, блядь, пулеметный, я ебал, нахуй. Он взял меня не просто подвинул под босса, ну не пидорас, а? Нахуй такой помощник нужен, блядь? Лучше, сука, вдвоем играть, чем с таким гомоедом. Ну, пошли ремки. Попался нормальный левиафан. У меня две осталось вообще, последняя. Да ладно. Да. Не подведи давай, а то он, смотри, вышку кушает опять. А все, мы проебим этот, блядь. Он, лаки этот только дохнет, блядь, ничего не делает. Ну, как и я, в общем-то. Тут, походу, с левиафанами надо драться только ракетными установками издалека, блядь. Нет, а самонаводки вот пускать. Ничего так заходят. Да самонаводки издалека просто, он хуй вернется. У него все пулеметы сверху, ракета, блядь. Да, блядь, нет этих самонаводок, сломались они у меня все. Ну, ты видишь, у тех пацанов... Я их продал кинем. Посостоятельнее они есть, были и будут. Я могу купить, но не хочу. Блять, заебал этот петух, блять, меня двигать. Лаки который. Да на нахуй, лови. Все, у меня нет ремок. Нет ремок? Нет. Во, подъебал жестко. То есть сам пять, тащи, да? Пять ремок, все. Все, лаки тоже сдох. Ну ладно, что, потрачу ремки. Причем у него, по-моему, не было. У него не было ремок. Подкиньте мне кого-нибудь в бой, а, разрабы, блядь. А то как меня подкидывают сливные бои, так это пожалуйста.
Боюсь моей турелью, пидор. Ну выебу я этого левиафана, а дальше я что буду делать, блядь? Еще питок приедет, блядь. Просто, блядь, этот ебаный Лаки ровно три раза меня, блядь, подставил. Просто нахуй, пихнув меня куда-то. Я стою пилю, он подъезжает меня, хуяк меня ударил, все, я не пилю. Я этого левиафана реально натянул. Ну да, тянульщик, блядь, сейчас еще одно осталось натянуть. Блять, Lucky Jesus, а ну поехали дальше. Вон он. Нахуй такой ты нужен, блять. Эксельд. А чё у него там? У него там что только нету, блять, танки, пушки, пулеметы. Не, я могу возродиться за 66 золотых, но что-то жаба душит. А, сука, убивает. Я ремки потрачу, они нахуй больше не нужны. Мы покинули чат канала бой, чат канала общий включился, а я еще в бою, какого хуя. А вот меня это вообще бесит, еще полбоя даже не прошло, тебя уже, блядь, да, канала меняет. Начинаешь команду хуесосить, а уже это, блядь, ГМ читает, сидит. Mm-hmm. Ой, да нассать на самом деле, пусть банят, блядь, хули в этой игре делать, да, в ПВП не поиграешь. Отстал. Серьезно, в ПВП страшно ездить, потому что тачку там разломают, блядь, ибо там только... Слушай, блядь, меня взял и резнул с другой стороны от этого мудака. Только на серой тачке фармить, блядь. В ПВЕ скучно, на Левиафана нападать невыгодно. Что тут делать надо в этой игре? Как тут развиваться? Хуй его, вот, я ворвался, нахуй, у меня полтанка нет. Ничего себе, деинсталлировал тебя, блядь. Куда ты стреляешь, ёптвою? Да косая она, эта хуйня. Косая я, блядь. Косая, нахуй. Пушка косая, блядь. Я за снайпер, пушка косая. Левиафан, блядь. Не надо меня стрелять. Там левиафан, блядь, размером с гору. Как в него не попасть можно? Прицел поставить. Вот так, блядь. Где там твоя турель, блядь? А чё ты её не выстрел до сих пор? Так вот её с трёх выстрелов сносит, ёба. Он меня с трёх выстрелов сносит. Ещё с-под пёздочек катается. Бейся. Ремки. Бейся. Я, блядь, пьюсь, нахуй. Я, блядь, все ремки потрачу на этих ёбках. Блять, ну и режим, блядь. Ты никто! Понял? Давай, блядь, вышку ломай, там 2 по 20 стоят на тонкой палке, блядь, на этой. Я с него хорошо снял, сука, уже пушек, да? Блять, не могу на это смотреть, я еду нахуй за золото, блядь. Сука. Меня поддержать? Да. Теперь я могу его подъехать, блядь, и распилить ему очко. А я попробую этих. Опа! Да? Отстегнул ему, слышишь, сзади. Давай победим там давай. Кабина одна. 30 осталась. Секунд, успеем? Да, на нахуй. Заебись, ёбаный, я все ремки потратил на победу. 24. Знаешь, сколько мне дали? Блядь. А мне 24,6. У тебя тут, блядь. Сколько у меня ремки дороже обошлись? Тут награда стабильная, как температура тела, походу, блядь. Короче, вообще... чем выше рейтинг машины, тем больше тебе дают меди и билетов. Короче, делаешь машину 40, выезжаешь, нихуя не делаешь, так, ты бога. Простите, а как я такую машину должен сделать, если у меня уже лимит деталей, блядь? 53 из 55. Пушки, ставь желтый, а больше желтого ничего и нет. Да, где я, что желтое, выебу-то это? Ну, они, блядь, все поограничивали. Просто задонать. Не, все поограничивали, а потом говорят, чем больше, тем лучше. Нет, а как, блядь, где взять-то? Купи себе вон три вулкана, они всего по 12,5 стоят. Да, три пукана, блядь, мне себе не купить. Да, уже бегу донатить в этот замечательный проект. Не знаю, может, я в брутальную краску машину покрашу, она будет сразу считаться охуенно. Нихуя я вон карбоном покрасил. По огневой мощи, блядь, скажешь, нихуя ты огниво такое сделал вообще. Так, дай-ка я себе, блядь, поставлю противоракетную защиту на будущее. У меня сам экзибит, блядь, просил рецепт машины, говорит, нихуя выглядит, блядь, а нихуя денег не платят. Да, у тебя там плазма установлена в тачке. У меня все, у меня Sony PlayStation 4, 20 штук в кабине. Ладно, короче, что вот я хочу вот в итоге сказать. Вот для меня вся цель игры была скрафтить себе тачку и бодаться с левиафанами. Да, ну в PvP. В PvP, потому что драться против самонаводящихся ракет и невидимок, ну, что-то не очень интересно. И режим с левиафанами здесь создан просто для того, чтобы разорить тебя нахуй, по-моему. Просто разорить тебя в говно, по миру тебя пустить, блядь. Потому что он ни при каких, блядь, обстоятельствах этот режим не будет выгодный. Ну, даже если ты скрафтишь себе супер тачку, хотя бы два раза левиафаны тебя выебут за этот бой. Ты все равно будешь тратить возграждение.
А награда, не, она, особенно, блядь... если команда еще уёбки, блядь, ремки не берутся. А награда вон всегда уёбки здесь, походу. Тачки скрафтят, блядь, заходят уёбки, не знают, что делать. Да, и а где вот этот баланс, подожди, почему у меня тачка 4,5, у тебя еще больше, блядь, а к нам кидают в команду человека, у которого 2000 мощи. А там похуй. А там похуй? Просто первая компания желающих, у кого рейтинг позволяет. Все, не ебёт, понимаешь? Нихуя, как мудро, блядь, я просто езжу, рискую, блядь. Я один раз зашел с рейтингом, я через 6 тысяч там перевалил, эти себе поставил пламя, вся хуйня. Ко мне, блядь, закинуло троих, блядь, по 2,5, что-то около того. Они сразу слились и до свидания, блядь. Не, я причем... Я заебись, у меня 4 пламени, все кританул. И когда в планах вот это изменить? Когда в планах вот это настроить? Не знаю, сказали праздники. Да, хуеразники, я уже вот этот режим с левиафанами уже до праздников видел и убивал, ничего мне не дали. Я не знаю, я даже не могу найти информацию, когда они этот ЗБТ хотя бы закроют на какое-то обслуживание, или когда ОБТ уже начнется. А, нихуя себе, как тут медь начисляют, ты не читал? Во всех режимах здесь начисляют за опыт, да, вот смотри, за каждые 15 опыта вы получаете медь. Угу. На нормальной сложности за 50 опыта. Вторжение, смотри, короче. За уничтожение одного левиафана вы получаете 3 единицы ресурса. За уничтожение двух левиафанов вы получаете 10. За уничтожение трех вы получаете 21. То есть, ну ты 21 и получал. Да, то есть твой, твой персональный вклад вообще никого здесь не ебет абсолютно. Все получают одинаково. То есть я ебался, тратил возрождение, получил 21. Вот этот Лаки, блядь, зашел два раза, умер и тоже получил 21. Да вы охуели, блядь. А я 24 получаю, потому что этих мобов еще убиваю, блядь, периодически. Ну, наверное. Нет, наверное, это бонус за то, что ты больше всех там вклад делаешь. Ты за это получаешь на три меди больше. И на один билет ты забыл, блядь, это ж так важно. Да, и на один трамвайный билет. Я лучше в гонках поучаствую, блядь. Где сотню бензина заправил, 60 меди вывез за одну минуту, блядь. Еще и билетов 20 да, пригрузил. Еще и причем в сложную гонку, где 70 меди. 70 меди за 5 минут, блядь. Ну я в прошлый раз купил 2000 бензина, когда эти были, блядь, режимы сноса вышек. Но не стал катать. Вот помнишь, я тебе говорил, если что, у меня бензин mm-hmm. есть, продам по дешевке. Mm-hmm. Я на 2000 бензина покатался, блядь, 1200 меди себе накатал, извини. Я вообще был доволен, я там накрафтил, блядь, танки, пушки, пулеметы, крокодилы, бегемоты. Тут хуль делать. Не, я все понимаю, что это закрытый бета-тест, но настолько непродуманная хуйня, что просто, блядь, не вообще. Ну хоть 5 минут посидели бы, подумали, посчитали счетами, погремели. Кто, блядь, будет этих левиафанов убивать? Зачем? Где награда-то какая-нибудь за это? Я вчера, блядь, тупо спросил, нахуй, геймдизайн вообще, блядь, он, который писал геймдиз, он вот ремонт, сука, элементарный, сделай ты мне, сука, залом за синьку, за хуйню, за какую-то, не хочу я крафт, я хочу за эти же ресы, сука, отремкать, это игра про крафт. Про крафт одного и того же. А если мне это говно не нужно, ну не понравилось оно мне, я одну единицу кританул. Знаешь, про так, чё это игра? Так если прикинуть, да, то Skyrim тоже игра про крафт. Чтобы, блядь, что? Финальные доспехи скрафтить, надо обкрафтиться до усрачки. Знаешь, там. Они опоздали, есть игра про крафт, Minecraft называется. Там кроме крафта нихуя вообще нету. Сейчас крафт везде, блядь, даже Fallout New Vegas, блядь. Ой, этот, блядь, в четвертом Fallout табуретки крафтятся. В Fallout, блядь, города строить уже нахуй. Не, игра про крафт это отлично, но если у тебя оранжевая пушка сломалась, это сколько крафтить надо, чтобы ее починить? А все, сломалась оранжевая пушка, там 80 у нее этих единиц, вот так вот 80 раз с дебилами в бой попал, до свидания, оранжевая пушка. И, блядь, потом 3 разбери на одну, да я лучше нахуй 3 скрафчу, продам, блядь, за полтос. Да. И выйду нахуй из этой игры, только вывести жаль нельзя. Угу. Я обналичил нахуй и был бы счастлив. Нет, так они даже и не говорят, что это потом изменится, что это за БТ. Они говорят просто, что вот мы так вот придумали. Мне дали ответ. Я же тебе говорю, я вчера тему на форуме создал, мне ее нахуй закрыли. Сказали, блядь, это изменение мне подвергнется. Игра про крафт, все, иди нахуй. Не нравится, не играй. Мне, блядь, 20 человек посоветовали, иди играй в другую игру. Заебись, я прихожу, говорю, я не знаю, куда тут донатить. Мне неинтересно тут донатить. Сделайте, чтобы мне было куда интересно донатить. Мне говорят, иди в другую игру. Заебись, приходит человек с деньгами. Хочет задонатить, ему некуда задонатить. Ему говорят, дайте кому-нибудь другому задонать. Мы так игру сделали, а для хуя не знаем. Ну еще, благо ты делаешь свое казино с блэкджеком и шлюхами. Да. И скоро мы скоро мы кайфовать пойдем. Ой, ладно, короче, понятно все с левиафанами. Я поэтому коньяк допью после левиафана. Да. Будем ждать каких-нибудь благих изменений, а пока просто тут нечего делать. Страдать. По большому счету. Страдать. В PvP, да. Блядь, в PvE, везде страдать. Да, весело, так что... Пойдем в картошку. Так что, страдать. Защитники, пишите, жмите, короче. Сейчас опять будет, что мне нихуя не понравилось.
Я ничего да, ты не понял. продался вообще, если Я что. продаю. Я сначала Да, про. Я как этот, я хитрый. Я сначала я уже жду, продаюсь. когда тебе выплатят все эти деньги, которые ты продался, когда их, может быть, пойти нахуй пропить просто. Да, я сначала Ты, походу, в кредит продаешься, а вас там, блядь, 5 лет. Не, я сначала продаюсь, потом меня бомбит, и у меня обратно все отбирают. А, понятно. Это замкнутый круг. Это контракта, да? Ну и ладно, пойду я, пока меня не забанили. Я тут там лаки репортов накидал. Пойду посмотрю, кстати, что он там охуярил, блядь. Прокачай чувака, чтобы он с Ютуба денег получил. Ладно, все. Давай, чувак. Потом.